Такое чудное утро. Вітаю всіх. Hello zusammen. Всем привет. Как-то последнее время я не нахожу ни минутки, чтобы что-то снять, и только такие отдельные майские моменты сегодня объединю в одно видео. За насекомыми всегда интересно наблюдать. Они успокаивают. И рядом с сиренью, запахом сирени такое, такая благодать. Всегда хочется после работы остановиться хоть на какой-то маленький, короткий момент. И понаблюдать, как пчелка чешет попку. Каждый день после работы я встречаюсь с кем-то из беженцев. И помогаю им ходить по врачам, в оптику. Куда кто позовет. И вот сейчас я ждала Свету и заметила, что еще до сих пор почти на всех зданиях есть флаги, украинские флаги. «Все буде Україна». Такой вот слоган приходит в голову, когда сидишь, ждешь и видишь флаг страны. А эти пару кадров майского цветения я сделала, возвращаясь с работы в ожидании электрички. Тут тоже пчелка и мак, самосейка. Все как-то просто и обыкновенно. А после работы мы собрались, поехали по округе, заехали в Шварценбах и хотели купить спаржу. У нас уже настоящее лето в природе, все зелено, все плантажи зеленые. И плантажи накрыли сетками, чтобы град, а грады уже могут быть, май месяц, чтобы град не побил плоды. При входе в магазин Ландера нас всегда встречает наш самый любимый лабрадор. Его, наверное, знают во всем районе. Вот это небольшая часть магазина, в котором продают сельскохозяйственные продукты. Мы купили молодую картошку, спаржу. Потом подошли в соседний двор. Мы опять ездили со спаржей, а тут рядышком есть такой крестьянский двор. И вот тут спит свинюшка. И рядышком ослики кушают, ужинают. В прошлом году я снимала Шварценбах с другой стороны. И вот этот гаштет был закрыт. Сегодня он тоже закрыт, потому что во вторник у них свободный день. Мы съездили, купили спаржу. И тут у Ландера, а здесь вот у Бига я снимаю все остальное. Вот елки они выращивают на Новый год. Яблочные посады есть, посадки есть. Все ухожено, с опилками. Здесь поле спаржевое, где люди работают. Вот так, верно. Спарге Эрнтед. Собирается урожай, штехи называется. Это вся процедура. Показываю, какую клубнику купили. Я этой клубнике дам свое название – «Валовое сердце».
Ну, очень похоже на эти помидоры огромные, которые есть в природе. Очень ароматные. Помидорные. Шесть штук полкилограмма. На всю руку. А это обильное цветение сопровождает меня всегда, когда я возвращаюсь с работы. На работу я хожу каждый день. Ну, бывает иногда один раз в неделю хоум-офис. На этом все на сегодня. Вы были на канале «Будь со мной». Спасибо всем, кто со мной остался. Со следующей недели у нас отпуск. И мы, естественно, куда-то поедем. До следующих встреч.